Добрый день и добрый вечер, дорогие друзья. Я здороваюсь с каждым из вас. Здравствуйте, с вами Александр и компания Resident Уфа. Сейчас мы находимся в апартаментах Сити по адресу Давлеткильдиева 5. Вот, поставили сюда такой диванчик для дополнительного спального места. В квартире стало немножко меньше пространства, но очень часто гостям требуется дополнительное спальное место, вот, поэтому решили его поставить. Мы вовсю готовимся к Новому году, наряжаем потихоньку квартиры. Тут небольшая елочка стоит, там на подоконнике небольшие украшения. Сейчас кухню покажу. Вот кухонка, стол засервировали в новогоднем стиле. Вот, во многих квартирах будут елочки стоять, новогодние подарки, всякие плюшки, ватрушки. Так что, если хотите уютную новогоднюю атмосферу, снимайте квартиры в Resident Уфа. Вот. Возможно, будем по просьбам клиентов ставить елочки большие. Вот это, например, елочка в Spark, в большой. Там поставим, в Orange уже стоит, в Sky стоит. В общем, наряжаем квартиры полным ходом, я скажу. Так что, если вы собрались проводить Новый год в съемной квартире, чтобы в своей не убираться, да-да, очень удобно. Сняли квартиру, попраздновали, и все, и уехали, и забыли, и все, и вы не убираетесь ни за кем. И все это делаем мы. Очень удобно, очень приятно, очень комфортно. Почему нет? Снимайте квартиру на Новый год в Resident Уфа. Мы вас ждем. Приятные бонусы, подарки и прочие плюшки от компании Resident Уфа. Ну все, всем респект, всем пока, до новых встреч.